Ну что же, друзья, всем доброго времени суток. 19-й предфинальный эпизод из серии игры Манхантыч. Мы продолжаем ковылять по миру нашего охотника и уже практически приблизились к финалу. Что же нас, собственно, ожидает сейчас? Мы в прошлой серии с вами попали наконец-то в особняк Старквейзера. Мы проходили лабиринты, мы много раз умерли. Ну, не много раз, там, раз 4-5 всего умирали, но при этом нам удалось дойти до этого особняка, и теперь мы должны найти, собственно, самого этого Старквейзера и как следует его наказать за все его дела. Так, и давайте, собственно, в этом особняке и этим и займемся. Итак, тут у нас есть оружие, два обезболивающих и бутылка, пустая бутылка. Вот. И тут нам предлагают либо обменяться пистолет на этот самый, как называется, я забыл, как этот предмет называется. Серп, да. Либо оставить. Давайте обменяем, потому что у нас же есть дробовик, если что. А серп для скрытого убийства. И будет и скрытое убийство, и огнестрел. В зависимости от ситуации. Я считаю, так вполне логично. Не будем задерживать время, отнимать. Давайте сразу же пойдем. Что нам терять наше время? Смысла нет. Так, у нас даже на карте подсвечено зеленым. Скорее всего, туда нам нужно пойти. Тут камеры стоят. Я вот только не знаю, они только с видением или еще со звуком. То есть они с изображением или со звуком тоже. Вот этого я не знаю. Ай, прислушиваемся к местам, потому что, может быть, враги резко появятся. Ага, вот я уже слышу одного. Я уже боюсь. У меня есть идея получше, что можно сделать. Давайте вот так сделаем. Вот так вот сделаем. А, интересно, музыкальное сопровождение такое прям играет. Давайте еще исключать. Ага. Блять. Скотина. Блин. Скотина. Не, ну нафиг, не. Ты, блядь, ты бери пистолет, дебил! Вот, кстати, хорошо. Хорошо, что и имеется у нас с вами автоприцел. Если бы не это, капец вообще, было бы сложно. Реально сложно. Видимо, этот автоприцел оставили еще с PlayStation 2 версии. Потише сделаем. С PlayStation 2 версии оставили автоприцел, короче, это хорошо, это прям радует. Не, я не хочу. Мне этого, я осколка стекла, хватит, думаю, одного. Господи, что ж такое-то, что происходит? Показывают, что есть один, кто-то там ходит. А, они все наверху. Они наверху все. Так, давайте спустимся вниз, возьмем... Возьмем одно обезболивающее, получается только тут, ну нам намекают, собственно, разработчики, что вот тебе два обезболивающих за всю главу. Как хочешь, так и с ними, вот так и намекают они нам, скорее всего. То есть нам здесь нигде ничего не попадется, господи! Опять отвлекся я на комментарии на свои и получил, ну грубо говоря, пиздюлей. Потому что отвлекся на свои комментарии. Понятно. Возвращаемся. Опять берем второе обезболивающее. Ужас. Ужас. Капец. Блин. Ну что ж так получилось-то? За что? За что игра так со мной подшучивает? Так, давайте тут посмотрим, что у нас тут. Тут спуск какой-то. А, тут вообще ничего нету. Понятно. Так, что у нас здесь? Такой прям интересный, красивый особняк. Прям реально такой топовый, прям крутой вообще. Неплохо.
Ну, по крайней мере, для платформы PlayStation 2 на те времена было очень довольно неплохо такие виды. В принципе, это даже особняк круче, чем Томми Версетти в GTA Vice City. Вот. Наверное, даже и больше, в принципе. Хотя не факт, может так просто кажется. Но те, кто в Vice City играл, те могут, в принципе, об этом задуматься, а там не знаю. Так, давайте оббежим. Оббежим, а то что оббегать-то, ничего тут нету, в принципе, больше. Поэтому тупо бежим в другую комнату. Скорее всего, в этом эпизоде будет та мутировавшая свинья. Не знаю, мне так кажется. Так, ну да, по-любому бежать сюда. Тут, в принципе, больше бежать-то нам и некуда. Больше. Блядь, я не успел даже выбежать, придурок. Ты охренел? На, нафиг пошел. Скотина, блин. Хорош. Никаких подкреплений. Забудь об этом. А, так это со стороны особняка так можно бежать. Серьезно. Правда, что ли? Ну, гляньте на ту. Блин. Я уже начинаю побаиваться, что происходит. Мы тут что-то похожее мы встречали с вами в GTA San Andreas. Помните, я уже не помню, это Лос-Сантос город, там тоже были. Мэтт Дога, особняк Мэтт Дога тоже был, в принципе, похожий. Такие локации прямо тоже. Те, кто играл в San Andreas, те... А, нет. Вы гляньте, разработчики жалились над нами и оставили обезболивающее еще одно здесь. Давайте, раз. Убили. Убили скотобазу. Так, берем еще обезболивающее. Что нам что? Мелочиться. Нет, остальные, нет, никакого намека. Оставили нам реально обезболивающих еще, помимо тех. Блин. Давай. Да иди сюда, цикло. Все, раз. Два. А. Он оказался поумнее. Саканул, блядь, засал, убежал. Чем эти два вот их. Блядь. Перезарядка. Ну куда ж ты бежишь-то, дружок? Так, там еще один был, насколько я не ошибаюсь. Насколько я помню. Интересное кино. Так еще. Нет, гляньте, народ оставляют обезболивающие. Я думал, не будут оставлять. Я уже прямо отчаялся. Думал, не будет обезболивающих, кроме тех, которые были в чердаке. В подвале, в смысле. Нет, еще обезболивающие. Неплохо, гляньте. Неплохо. Просто в прошлой серии довольно мало было мест, где были обезболивающие. Здесь прям это хренище. Ну, наверное, хозяин этот, Старк Вейзер, наверное, на себе положил на случай обезболивающий, на случай там всяких травм и прочего всего херни. Блять! Я не ожидал это. Скотина, я не ожидал эту встретить. Алло, хорош! Блять! Блядство ебаное! Такие прям интересные картины подвесили, а-ля особняк из Ри-1. Ну, собственно, у Ри-1 и Манхант есть одно общее. Это две игры жанра хоррор, блядь! Да, Пашенди, представь себе. У этих двух игр есть общее. У них у обоих жанр хоррор. Что у этой игры, что у Resident Evil 1. Хоть у них разные разработчики, разные специфики, но, по сути, жанр-то один. И это хоррор, и Resident Evil 1 хоррор. Так что вот такие вот дела, тут-то и оно. Старс! Ой! Ой, блядь, нет, только не сюда. В эту сторону. Блядь! Вот это было неожиданно, блядь. Это реально было неожиданно. Вот это было неожиданно, народ. Сейчас Блин. Сейчас, секундочку. Капец, я не знаю, что делать. Нам как-то надо обратно с вами попасть. Как-то. Я не знаю, народ, короче, нам сейчас нужно с вами как-то попасть обратно. Чё, в кого он, блядь, стреляет? Он при...
прикол, что прикалывается, что типа он показывает, типа я такой крутой, попробуй только ко мне подойди, блядь, убью нафиг, типа. Дип, сука, блядь. Успели, блядь, успели, нахуй. Успели, блядь, чекпоинт взять, сука, блядь, на последней, сука, секундочке успели, блядь. На последней секунде успели чекпоинт схватить. Народ, вы видели, блядь? На последней секунде успел. Еще, блядь, одна, сука, миллисекунда. Даже не секунда, миллисекунда одна. И все, я бы сначала бы начинал бы. И перезаписывал бы опять. Да, сука, ебаный в рот, такая сложная игра, блядь. Пиздец. Я думал, я вот, в принципе, я знал, что такая хуйня... Я знал, что такая хуйня произойдет. Я знал, но я думал, что я успею. Я все-таки успел. Я рили бы... Чё, кто стреляет? Да ой, да ну тебе нахуй, я все равно уже с чекпоинта. Нет, ты чё, мне насрать. Насрать тебе вообще. Не... Я же с чекпоинтом, блядь. Чё мне бояться, я же с чекпоинтом. Бояться-то нечего, в принципе. Чё бояться-то? Так, итого у нас еще внизу один находится чувак, который с ключом. Нам нужно сначала добыть с вами ключ. Нам нужно с вами вниз идти. Так как тот чувак с ключом внизу. Осколок стекла. Давайте заменим для разнообразия. Пошел ты. Что делать? Ах ты. Я побежал наверх. Чё? Откуда? Откуда? Что происходит? Откуда они взялись? А, они сверху, наверное, побежали. То, они сверху, короче, побежали. Точно сверху, да. Короче, они сверху побежали, народ. Я-то побежал вниз, а надо-то наверх бежать. Короче, так охренеть, какой огромный просто особнище. Просто огромнейший, блядь. Это просто охренеть. Охренеть можно. Охренеть не встать. Серьезно вам говорю. Бежим. А! Ты охренел, блядь, скотина! Давайте поверху, народ, попробуем. Попробуем поверху. Чё будет? Чё будет, если поверху попробуем пойти? Просто... Нихуя не будет хорошего, потому что долбоёб, блядь. Слишком быстро прохожу, дебил. Так, давайте попробуем, наверное, сначала пойти вверх, поверху пойти, потом спуститься вниз. Я думаю, так, в принципе, наверное, и стоит сделать. Итого у нас с вами по боеприпасам не очень, на самом деле, потому что... Ну, короче, мало, нам нужно винтовки с вами подхватывать. Ага, вырубили камеру. Отлично. Вон у него. Тихо тут просто. Нет. Стоп, что? А, там закрыто. И вот вы считаете, что вот это вот честно, вы так считаете? Вы, блядь, десятерыми на одного, блядь. У вас вообще честь есть? Пидорасы ебучие. Сгорите в аду, нахуй. Гондоны, блядь. Мне вообще, вот честно, в лом от собрались. Скотина, блядь, сука. Вы думаете, это шутки, что ли, блядь, с вами? Я, блядь, шучу. Они так думают, что я, блядь, дурачок, шучу шутками с ними. Вам пиздец. Вы понимаете юмора? Вы должны бояться убежать от меня нахрен отсюда. Вы, блядь, что-то еще тут городите. Пытаетесь что-то убивать. Вы для меня, блядь, никто. Вот что вам покажу. Потому что вы лохи. Понимаете? Вы просто чмыри. Не, ну не так, что ли? Они чмо для меня. Они просто пешки. Пешки этого Старк Хренейзера, блядь. Вот кто они есть. Ага, вот чекпоинт, кстати, народ. А, он закрыто. А, надо сломать. Сломать надо.
Отлично. Добрались до точки сохранения. Я, кстати, что-то не успел не записать. Блин, обидно, народ, реально обидно, капец. Я почти дошел, он меня взял, убил, скот тупой, блядь. Капец какой-то, блин, что за хуйня? Реально какая-то. Пробел нажимаем. Лифт снова работает, о, отлично. Ну, так мы не добыли до сих пор, получается. А, мы не добыли ключи от этого лифта. Мы не добыли. Но есть зато точка сохранения, уже плюс. Так, вот, запоминаем. Тут у нас две аптечки в этом подвале. Поднимаемся вверх. Сразу его убивать смысла нету. Я пытался, причем не раз, его убить сразу. Это бесполезно. Они мгновенно, блядь, расстреливают. Просто, блядь, мгновенно. Что вам и не снилось. Такое, такие расстрелы вам и в страшных снах не снились. Серьезно, вам говорю, народ. Подкрадывается, скотина. Подкрадывается тварина, блядь, ебаная. Подкрадывается, блядь. Сука! Ну я заколебался уже за этими аптечками бегать, блядь. Ну вы серьезно, вы прикалываетесь. Ну хорош. Пошел ты. Как я люблю говорить, моя любимая фраза. Моя любимая фраза во всех неожиданных моментах. Да пошел ты! О, у нас даже уже есть этот самый автомат. Так, они все, получается. Они все лохи, они все чмыри, чё? Пошел ты, блин, ты чмырь! Ты никто для меня, ты пешка тупорылая. Ты пеша, ты пешуня. Пешунь! Пешунечка ты моя любимая. Пишунька. Ну что такое? Раз. Обстрелили камеру. Нахрен. Так, давайте посмотрим, что нас ожидает. Да иди уже давай. Что мне тебя звать, что ли? Вот, кстати, поэтому мы и не прошли. Потому что мы врагов, которые снизу не убили, они побежали вверх, и они все нас окружили в итоге. Те, которые здесь, те, которые снизу. Ага, хрен нас там он пойдет, конечно, блин, пошел он, блин. Прям он пошел. А что такое? Кто это был? Скотина, блядь, ебаная. Я уж думал расслабиться. Ха, конечно! Конечно, Кирюшенька, расслабишься ты! Нихуя ты никогда не расслабишься! Дрочись с этими, блядь, задротскими хренями, блядь! Зарочись давай! Вот тебе игра, что и говорит. Квинтвин, ща, погоди, я это самое, как его. Ща, я пройду уровень, и я тебе это, туалет за тобой уберу, и покормлю вас, киса Алисы. Все, тихо, жди, короче. Ща, чуть-чуть осталось, наверное, я не знаю. Может, я тут застряну, блядь, на миллион веков. Без понятия, это Квинтвин, все, короче, Квинтвинчик. Вот он мой Квинтвин, народ, смотрите, мой зайчик. Я за ним нужен туалет убрать, а я не могу за ним туалеты, блядь, убирать. Из этой ебаной игры, блин, сконченной. Которая, блядь, для задротов, блядь, проходит, для прохождения задротами. Потому что, ну, а что я могу сказать, если она сложная, блядь, пиздец какой-то. Не, ну реально, народ. Иди ты, блин, знаешь куда. Что я могу сказать? Ничего, не хорошего. Блять, сказать не могу про эту игру, потому что она для задротов, блядь, для задрофанов. Пойди сюда. Сука, как ты попал, мразь! Блять, гандон! Валяйся там, стой, валяйся там, скотина. Ты валяйся тоже. Иди, давай, иди, мне просто тут только спрятаться могу, больше спрятаться нигде не могу. Да подойди ты поближе, индюк тупой! Подойди поближе, скотина. У них, походу, скрипт стоит, чтобы слишком легко не было, типа, всех убивать. Они там, у них скрипт, походу, стоит. Блять, такое издевательство, реально, народ, серьезно вам говорю. Блядятина какая-то, блин.
Вот тут двое, там еще один вон стоит. Их трое тут все в этой локации, я уже вижу. Давайте бежим быстрее. Давай, давай, беги сюда. Да что ж вы там встали? Ну пройдите вперед чуть-чуть, я вас убью. Вы прикалываетесь надо мной, что ли? Вот, почти. Молодец. Вот берите пример с этого дурачка. Народ, берите пример с него. Вот с этого дуралендия, берите пример. Давайте, да, идите вперед. Молодец. И давай, иди, бери пример с этого гондоняса. Бери пример с него. Ты молодец, давай, бери пример. А, он пошел туда, походу, он туда пошел. Так. Их двое, я вижу. Я вижу их двое. Вижу, что там двое. Там еще один. Блядь. Сука, блин, застал меня врасплох застрелить. Пипец. Короче, спускаемся вниз. За аптечкой, потому что капец. Страшно. Страшно, народ, страшно. Я только одну аптечку здесь заюзал. Еще одна, в принципе, осталась. Да, вот она. Спасающая аптечка. Капец, уровень, блин, ну сложный. Вот скажу, даже посложнее, чем предыдущий. Даже как-то так. Скажу даже так как-то. Ну реально, ну я тут уже заебался уже это все проходить. Мало того, что он заставляет меня материться, так еще и, блин, ужас полный. Еще я и замучился уже проходить. Давай, давай. Там еще вон я вижу. Какие-то удоты, блин. Давай, беги сюда быстрее. Они охраняют этого придурка. Они его охраняют, вы понимаете? Они реально его охраняют. Так, мне уже страшно. Так, походу он в той комнате. Но он там не один, это страшно. Честно, это реально страшно. Так, давайте посмотрим, что мы тут можем с ними сделать. Ага. Ага, давайте постучим, просто постучим. Так, ага, вот так. Иди сюда. Блин, не привлекай внимания никак. А, ну это, да, это походу остался его охранник, походу, да. Похоже, что да. Так, давайте, наверное, знаете, что сделать? Никого тут нету. Блин, я уже испугался, честно признаться. Я уже испугался. Так, что у нас тут? Страшно, народ, реально страшно. Чё-то я не пойму, а чё? Ага. Еще камеры. Ага, там враги. Да трое аж, трое врагов. Ну четверо, считай, с ним, а так трое. Так, давайте их привлечем получше. Иди сюда. Как говорится, я вас всех сделал. Лохи! Ага, им пофигам вообще на эту хрень, им вообще пофигам абсолютно. Ну да, им пофигам, они походу будут его до последнего охранять, этого придурка. Ну да, похоже, что так. Похоже, что так. Так, вот, бежали. Ну да. А, так это мы просто обижали, получается, мы здесь уже были, да. Это все одно, получается, да. Это все одно, понятно. Ладно, давайте, короче, прежде чем в эту комнату зайдем, давайте здесь все внимательно осмотрим. Так, это мы вроде бы сломали эту камеру. И тут еще все осмотрим внимательно. Нет ключа. Нет ключа. Так, стоп, так этот-то пропал, синий-то придурок, у которого ключ должен, по идее, быть. Он-то пропал. А я боюсь, а вдруг тут что будет?
скотина. Блин, я вот поэтому именно вот боюсь. Не хочу опять перепроходить, ну ё-моё. Какой ключ, если он исчез? Какой ключ, блядь? Он же исчез. Синяя точка исчезла с радара. Как мы ключ получим? Давайте вот того, который слева сначала убьем, потом, который стоит правее. Ага, отлично. Их там еще двое, я думал, там один человек стоит, там еще двое оказывается. Пошенди, все, все, это последняя игра. Я не хочу мучиться, ты меня прости. Никаких больше игр, я устал уже эти игры все проходить, я реально устал морально, прежде всего морально, я заебался, вот, честно тебе признаюсь, никаких игр, все, я имею в виду, выронил ключ, командир ВП-сервер выронил ключ от лифта, идите подберите его, ага, да, там еще двое было, кстати, двое. Ага, нет, один, пока одного бить. Капец. Убегаем также. Так, помалешку, так понемножку, да пройдем. Мне интересно вообще, в этом ли самом уровне будет этот сэр, этот свинья, этот мутант или нет. Мне просто вот это вот интересно, этот момент интересен. Он так стоит неудобно, ёбаный в рот, блядь. Он так неудобно стоит. Пиздец. Он так стоит неудобно, капец просто. Давайте, короче, так вот сделаем. Давайте привлечем его сюда. А, конечно, он хрен выйдет. Он хрен выйдет, народ. Давайте, короче, хотя бы спустимся вниз на наличие аптечек. Может, там где-то мы пропустили аптечку. Чтоб потом мы быренько забежали и его убили. А не он нас. Там кто-то есть. Я даже не ожидал такого. Там кто-то есть даже. В смысле? Там же не было никого. Алло. Мы же там всех поубивали. Чё за бред? Там никого не было. Бред какой-то, реально, народ. Там не было же никого. Еще враг. А, это он и есть. Он пока стоит сзади. Отлично. Что делать надо? Обезболивающее, отлично. Ключ от лифта. Замечательно. Отлично, все, идем к лифту быстрее. Прошли, да не может быть. Получается, тот свинья, который мутант, и который Старквейзер в следующем эпизоде будут. Но в следующем эпизоде вас, народ, уже ждет небольшой сюрпризик такой. Пошли об этом сюрпризике, в принципе, знает. Короче, я спался это. Проходите уже все. Вот последний эпизод. И все, и финал, и пошло все. Ну, я заколебался. Трепать свои нервы. С этой задрафанской игрой, вот честно. И это еще фетиш. А есть хард, это капец. Хард. Там карты нет. Там враги сложнее. Две звезды получили. Ну, неудивительно, в принципе. Короче, все. Предфинальный эпизод окончен. Остался финал. Разумеется, час 21. Я вырежу дохренища моментов, которые не нужны. Я их вырежу, чтобы не занимать ваше время. Все, это был 19-й. Уже 19-й, мать его, эпизод Майнхант. Охотник на человека. И мы увидимся уже в финале и добьем до конца этот Манхант. И уже вырвемся из лап, полностью из лап Старквейзера и проучим его, научим его хорошим манерам. Все, я желаю вам всем успехов, всем удачи, всем пока. Увидимся в финале, народ. Старс!